Всем привет, друзья! Это канал Алекс Геймер Кем.плей. Меня зовут Алекс, и мы продолжаем играть в Дюранго. Ну что ж, в прошлой серии мы построили вольер. Вот он наш вольерчик. В этой серии я предлагаю этого, да, поохотиться на животных. В этой серии не мы теперь будем добычей, а динозавры проклятущие будут добычей. Ага. Хорошо. Так, что у нас есть? У нас есть вот это вот, мы забираем, конечно же. Так, все? Все. Так, что у нас по крафту? У нас есть, ну это, да, печь. Нам нужно этого, да, грязь. Так, у нас, в принципе, все есть. Давайте на... А, нет, стой. Стойте, стойте, стойте. Так, тихо. Не знаю, где-то так пусть. Так, крафт. Так, давайте пройдемся, что нам нужно построить. Нам нужно построить, во-первых, одноручную сокиру. Так, так, здесь ничего. Здесь тоже ничего. Здесь ничего. Здесь, здесь. Все, нам нужно построить просто сокиру. Ладно, хорошо. Давайте сперва накормим этого нашего друга. А, у нас, в принципе, есть хавчик. Ну, давайте дадим ему хавчик. Так, готовится. Нати, на, пожри это вот. Жри. Вот, все, пока ты жрешь. Так, пока ты жрешь. Пока ты жрешь, 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 жрешь. Так, нам нужно наловить вот этих вот паразитов желтых, крыс. Так, нашего друга мы отправляем в путь далекий. Ну, отправляйся в путь далекий. Все, он пошел в путь, а мы идем к крысам. Крыса у нас находится... они, в принципе, везде находятся, крысы эти. Давайте сюда сперва. Да? Поднимемся и попробуем половить их. Нужно же начинать охотиться. Это нам тот кореш подавал нам динозавров, но это не прикольно. Хочется же самому поохотиться, половить динозавров. Правда? Правда. Ну и вот сейчас мы пойдем их искать. Так. Так, так, так. Сейчас мы что-нибудь да найдем. Точнее, кого-нибудь. Особенно сейчас они спят. Мы сейчас так втихаря, как последние скотины, подойдем в спину и мочить их. Вот, он его уже нашел. Вот. Ах ты ж крыса. Жрешь, да? Да и хана тебе. Так, тебя нужно оглушить, братан. Ну-ка, глушись. Глушись. Ты глушиться будешь? Нет? Собака. Уклоняйся. Их ты ж дурак. На, глушись, я хочу тебя приручить, собака. Иди сюда. Попал? Нет, хер там. Так. Попади, поем. Давай, давай. Давай. Оп. Ах ты ж косой кретин. Ну, попади по нем. Попади, давай. Вот, попал, вот, приручаем. 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 Приручай, дебил. Что-то у нас не получилось, по ходу дела. Уклоняйся. Зачем ты его замочил? Дурак, нет? Так, ладно, берем мясо. Первая попытка неудачна. Ничего. Зверей много, животины много. Будут по... у нас будут попытки 1, 2 и 3, 5. Так. Нет. Камня пока не нужно. А, это дохленький уже. Нам нужен живой. Живой. Так, не туда. Нужно обойти скалу. Так, нужно сюда куда-то. Куда-то еще сюда. Где-то сюда. Куда-то сюда. Как-то это да. Блин, а чем можно их оглушить так, чтобы сразу?
Мне такого, наверное, нет. Что ли? Может, вот это вот херобрину сделать? Да ей как следует, как шандарахнуть его по головушке. Дурной. Так, а нужно зайти в инвентарь и посмотреть, есть ли она у меня. У меня есть. У меня есть она. Вот. Двуручная. Одеваем. Понеслась. Так. Что-то как-то... Только Алекс вышел на охоту, все попропадали. Интересно. Так, рыба. Рыба. Пакета нету, чтобы воды набирать. Блин, плохо. Кстати, ему жарко, нужно помыться. Мойся. Так. Все, все чики-пуки. А, пакет, вот. Все. Крафтим. Копье. Копье. Крафт. Автокрафт. Крафт. Сейчас ловим пакет, наберем себе водички. Пусть будет. Так, все, копье есть. Так, вот пластиковый пакет. Все, ну давайте рыбки. Тоже словим. Так, рыбка есть, давайте наберем воды. Вот, набирай. Набрал, ай, молодец. Где моя вода? Как бы набрал, но как бы что-то... Ну ладно. Набирай. Набрал, молодец. Давай еще. Набирай, набирай. Так. Ай, молодца. Так, опа, большая рыба. Ну, пусть будет. Пожарим, сожрем. Так, воды еще можно набрать? Можно? Конечно, можно. Она хоть набирается? Давайте посмотрим. Набирает... А, все. Да нет, нет, не сюда. Да их, ты же я коломяная. Ну? О, нормально. Так, все. А, стойте. Сделаем вот так. Так, ага. Ага. Все, мы нашли себе жертву. Бежим к ней. Бежим. Так, где же ты, моя жертва? Где ты? Вот ты. Канате. Мочи. Мочи, как ветер. Вот. Так ее нужно оглушить, а не убить, братан. Оглуши ее только. Эх, ты ее сейчас грохнешь. Вот. Давай, 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 давай. Давай. Почему? Почему? Взял, убил. А почему попытка не удалась? Файлы написано. Не получилось приручить. Почему? Покачину, да? Покачину меня не устраивает. Опа, а здесь что? Ничего. И здесь? Тоже ничего. Бревна, бревна нам пока что не нужны. Нам нужно приручить эту собаку. Блин, а чем бьет такое? Таким побить, чтобы не убить, а приручить. Аж собака не приручается никак. Шашлыком можно тыриться? Серьезно? Нет. Так, к кому я еще не готов? Так, может... Где-то что-то мне не хватает или чего. Опа. Давайте, кстати, в валенки оденем. Вот. О, нормалек. Так, где ты? Понеслась. Давайте выберем вот эту тактику. Может, это получше будет. Не знаю. Так, уклоняйся. А то ты его сейчас убьешь мне. Мне нужно приручить. Убирай. Да что ты ж собака. Уклоняйся, дебил. Дебилушка. Оглушай его.
Как тебя оглушить, собака? Оглушай его, мать его. Не попал. Вот, ап-ап-ап-ап, беги. Ты дебил, пока... Вот. Э? Ни хера не получилось. Почему? Все же шло хорошо. Вот ты дурень, а. Эх. Ну, хоть мясо и шкуры будет навалом. Блин, я не могу понять, почему он не приручает. Драк, что ли? Этот раз почти получилось, но как-то эта крыса очень быстро стала. Можете каким-то дротиком шпильнуть, что ли? Так, не туда. Скилл. Сурвайв. Наверное, нужно прокачать этот ранг, чтобы... Да, увеличение времени. Да-да-да-да-да. Это оно. Так, ну что ж, давайте еще замочим этого последнего. И пойдем быстренько прокачиваться на другой остров. На там, где больше уровней. Будем мочить всех, чтобы быстренько заработать себе левел. Так, мочи эту крысу паршивую. Мочи эту крысу. Вот, приручай, может получится. Давай. Ну, блин, что ты так долго думаешь? Нет. Мало времени, нужно прокачаться больше. Ладно. Это мы прокачаемся. Долго это все дело делает. Вот, приручай. Ну, пока добегает к ней, да, конечно, она уже встает. Ну, дебил. Дебил. Да мочи ее. Вот. Чуть не помер, ей-богу. Так, мочи. Тут ты мочи. Шкуру бери. Давай еще одну шкуру. Так. Хорошо. Так, значит, сюда идем. Идем сюда. Нет, не сюда. Здесь 8 уровень, а здесь у меня 6. А, сломалась, блин, ладно. Так, здесь сколько? Нет, не то. А, да ё-моё. Атака 81, ага. Здесь, вот, это куда круче. Вот, берем это. Так, что у нас по инвентарю? Так, по инвентарю нам нужно разгрузиться, это все загрузить в Чумайдан. Чтобы на новом острове пораздобыть себе что-то 10 уровня и покрафтить что-то помощнее. Так, возьмем, конечно же, с собой своего динозаврика. Большого. Чтобы как бы было легче переносить вещи. Потому да, сейчас это все загружаем сюда, если влезет. Сюда, конечно же, нихера не влезет, ну да ладно. Так, что нам не нужно, во-первых? Нам как бы все нужно. Так. Ну вот это нам херня, по-моему, не нужно. Ага. И все, да? Ну что ж, я предлагаю сделать еще один чемодан. Маленький. Не помешает. Так. Крафт. Давай сюда прям. Так, хорошо. Так, строй. Строй. Я как-то неудачно построил на этом острове халабуду себе, да? Я тоже об этом уже думаю. Потому что что? Потому что здесь все материалы 6 уровня. Нужно было, ну я же не знал. Нужно было бы построить просто... На том, на 10 или на каком-то выше. Но там, правда, тяжелее выживать. Но зато там материалы куда лучше. Легче прокачиваться. Ну да ладно. Так, что нам, во-первых, не нужно? Вот этот замок нам вообще нахер не упал. Не знаю, что это. Какая это херня? Короче, ладно. Так, вот это вот нам не нужно. Пусть будет здесь будет. Для крафта.
Так, шкура нам тоже не нужна. Шкуру мы там добудем. Так, камни, кости. Так, рыба пока что тоже не нужна. Вода. Две бутылки оставлю, шкура. Так, переправить. Ага, еще и место есть, то есть вот. Вот это испорченное мясо тоже сюда. Так, это мясо тоже сюда. Вот так, два куска. Это сейчас я приготовлю здесь на костре, чтобы там не готовить, чтобы не кончилась выносливость. Ну, в принципе, я думаю, так, деньги еще. Ладно, деньги пусть тут будут. Все, нам, думаю, мяса хватит. Так, сейчас построим быстренько костер. Крафт. Костер. Ну, конечно же, у меня ничего нет. Фу-фу-фу-фу-фу. Да сейчас быстро нарвем. Что тут, в принципе, нарвать? Раз, два, три. Три штучки. Так. Итак. Все. Так, крафт, костер. Здесь. Давай. Так, авто. И не хватает. Ты гонишь. Давай еще. Раз, два. Так, ну теперь-то точно хватит. Два. А, тут ты зачем? Да, вот так вот. Так. Вот. Строй. Так, вот нормально. Так, Леш, отдохни. Во-первых, во-вторых, Бля. Да, палок нету. Я все выклал. Молодец. Так, ладно. Так, здесь палок нету. Где есть палки? Ну, здесь есть палки. Так, одна палка. Все? Она, в принципе, хватит на одну жратву. Так, иди отдохни, чтобы восстановиться. Так, и еще давай пожрем. Крафт. Так, давай мясцо. Мясцо больше восстанавливает. Вроде бы хп. Так, давай. Крафти. Вот, да, только ты не танцуй, а давай отдыхай. Как-то долго отдыхает собака, да? Так, давайте, во-первых, пожрем. Опа, еще. Где взял херовками? А где ты это все берешь, братан? Нихера себе. Но если можно еще, давай еще. Я не знаю, где ты берешь палки. Я вроде бы взял одну, но почему бы и нет? Сейчас все поделаем. Ха-ха. Блин, вообще круто. Вот. Еще прокачали уровень. Вообще хорош. Так, крафт. Давай. Какая-то читерская палка бесконечная. Круто, 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 круто. Круто, 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 круто-то. Ое. Ое. Так, вот это круто. Вот это мне нравится. Да-да. Так, грибочек, давай тебя приготовим. Вот. Давай, готовь. Теперь твои пожрем. Жрать. Жри. Во. Нормалек.
Нормально так пожрал, да? Вот, сейчас быстренько восстановимся. Так, давайте возьмем-ка еще орехов. Если они здесь. Ну, давай, бери, братан. Давай, 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 давай. И поприготовим вот мясо. Давайте возьмем это вот мясо и приготовим пожрать все. Раз у нас есть читерская палка, мы ей воспользуемся. Мы ей воспользуемся только в путь. Вот мы и сейчас будем пользоваться. Ха-ха-ха. Реально читерская палка. Ну, а мне что? А мне круто. Так, готовим быстренько все, чтобы на новом острове было что пожрать. Блин, круто. Читерская палка. Вот, кукин мы прокачали. Учитесь, пока батька жив. Так, ну а хер ли нам? Давайте приготовим вообще все мясо, которое у меня есть. Пока у нас есть охерительная читерская палка. Так, это все мы приготовим и сожрем. Пока еще там пару процентиков осталось, мы его можем захрюмдеть. Нет, уйди. Не портить, сейчас испортишь и не пропадет читерская палка. Ну, садись. Вот. Читерская палка в путь. Крафт. Так. Хорошо, сейчас еще прокачаем готовку. Вообще будем мастера. Вот это да я даю, да? Вот это я даю. Правда, этой жертвой я могу оторвануться так-то нехило, очень классно, но зато прокачаем уровень готовки. Так, почему же реально читерская палка? Первые ребята, знаете, что у меня есть читерская палка. Делайте, как я, и у вас будет тоже читерская палка. Ищите палку 10 уровня и делайте, как я. Учитесь, пока батька жив. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так, давайте пожрем. Вот, нормальную, конечно же, еду. То мы выбросим или чего. Вот. Вообще, почти. Так. Давай что-нибудь еще приготовим. Что мы можем приготовить? Давай вот это приготовим. Мне один чувак говорил, если два раза готовите жратву, она дает больше. Давай, жри. Вот, да, она реально дает больше. Так, ну что ж, мы сыты. Мы это вот-то, да. Вызываем нашего конья. Вот, коня мы вызвали. Теперь мы берем. Так мы не возьмем. Так. Теперь мы берем вот так. Вот так. Эх ты. Так, вот так, вот так, вот так, да. И сейчас телепортнемся на остров. Поплывем на новый остров, там, где нас мочили динозавры. И в этой серии мы будем их мочить. Уах. Ну или хотя бы постараемся не сдохнуть. Тоже как бы хорошо, да? Так. Эу, не туда ты побежал. Так. Едем в дальние острова. Вот. На этот, на 10-й. На 13-й мне еще рано. Меня там убьют. Так, а вот сюда можно. Вот, сейчас мы помочим пару тех носатых тварей, которые нас мочили, били, убивали. Ну, правда, не убивали, я смывался, но они очень агрессивные скотобазы. Да и плюс на этом острове что-то мой чувак как-то очень тяжело выживает. Что-то ему не нравится климат или что еще. Не могу понять, какой-то дурак, конечно. Просто дурак персонаж, да. Но что поделаешь, ничего. Будем качаться. Вот, готовку мы уже прокачали с читерской палкой. Я ее использовать не буду, она читерская будет у меня всегда лежать, пусть лежит. В хозяйстве пригодится. Не нужно искать палок. Одна палка читерская, можно приготовить все подряд. Это ж круто.
ты можешь миссии что там дарам да, но не окно. Ой, а что это с моим персон? Вот. Что я думаю, что-то с ним не то. Так, садись на коня. Вот. А я интересно, мой конь может тыриться? В смысле? Я же был на этом острове. Опа. Крыса. Что-то это немного не тот остров, походу. Или что? Интересно. So